и sportbets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Chasing status. I was raised in a city. Смотри, куда пробрался Шнейдер? Это нож, дорогие друзья! Шнейдер просто бомбит! Что ж, алло! Всем привет! Всем привет, StarLadder с вами, друзья. Продолжаем следить за матчами сегодняшнего игрового вечера. И в 16:13 сегодня Кришнец играли с Aces. Нави с тузами тоже. Вот, слушайте, 26 раундов против Кришнет и Нави. Вот так вот сегодня сыграли Aces. Ну и кульминация сегодняшнего игрового вечера. Universal Soldiers, Польша против команды 3D Max из Германии, которая дебютирует новым составом после развала, частичного развала команды. Как видим, лейнап на сегодняшний день имеют парни следующие. Taps and Flow, Stavros, SMN, Straxi. Мы меняем сейчас сервер парням на другой, скажем так, потому что пинг... Ну, поляки не хотят играть против пинга 5 и будут, наверное... играть не на немецком сервере, скорее всего, NL. Или французский, какой-то вот из таких вот серверов нам придется в данный момент наблюдать или искать. А? Какой сервер? Остаемся на том. На том? Все тот же. Все-таки немцы будут играть с пятерочкой, ну там, с учетом того, что в составе присутствует грек, ему будет не сладко. Не, он в Германии находится, территориально ему без разницы. По сути, откуда играть и как. Ну что ж, у нас есть IP, мы заходим, друзья, и будем сейчас смотреть с вами этот матч. Я надеюсь, он будет зрелищный. Очень-очень сильно. Error getting avatar mage. Вот веселуха такая у нас получается в КСе. Так, сейчас попытаюсь зайти. Представляете, сегодня в матчмейкинге решил сыграть перед трансляцией быстренькую партейку. И сразу попался на хуча. На хуча, и там вообще всю банду. Не фартануло мне сегодня. Ну как не фартануло, отчасти. Так, и у меня есть один вопрос. Та же херня, и у меня. Да. Пандыч, у нас бандана с очками бегает. Я не знаю, что это такое. Вот как это описать. И не переключается ни вправо, ни влево. И мы смотрим за банданой и синей какой-то штукой. Веселой. Нам, наверное, надо перезайти, если я так думаю, или что-то сделать на сервере. Ну, в общем, Universal Soldiers заходят 3D Max, друзья. Слышишь, у меня такое ощущение, мы к нему в душу залезли. Да не то, что в душу, я чувствую себя его пищепроводом, пищеводом. Как дыхание четко прорисовано в CSGO, боже. Да. Царская графика. Не, на самом деле CSGO офигенен. Очень-очень офигенно. Вы представляете, просто 10 лет, наконец-то его убивают, и все нормально вроде бы, но лучше здесь, по-моему... Не пользоваться автодиректором, как я понимаю. Ладно. But stay here. Все, остаются на этом сервере. Так, ну что, впереди нас ожидает, я думаю, лет 10 Counter-Strike соревновательного, потому что 10 уже позади. Тут еще и чемпионаты. Будет весело. Так, ну что, ждем. Все, залетают последние игроки. Сейчас поменяется у нас худ. Парни будут играть Dust 2. Это точно. Осталось только вот решить стороны. Вообще, знаете, вот когда я смотрю за черком, за пикбаном карты от ESC, мне начинает казаться, что они на самом деле вот пишут минус нюк, все впятером встают и уходят, и куда-то уходят обсуждать, что же черкать дальше. Так вот, они здесь черкали до даста очень-очень долго.
Так, Go Go Last One пишет консоль. Сама по себе консоль. Блин, да что ж происходит? Меня вообще отказывается пускать на сервер. Так, ну, видимо, мне повезло, я везунчик. Смотри, что за херня. Так, ты заходишь не на тот сервер. На тот? Так, сейчас будем Юру чинить, пока здесь у нас... Пока человек. Есть на это все время. Да, и... На тот. На тот? На тот. Панда у Юрыча не заходит на сервак. Да панда там фиксит, наверное. О! Все. Вот, вот они, золотые руки. Твои золотые крюки. Так, ну что? Блин, ну у меня теперь борода. Ну подожди, он сейчас умрет. Не хочет он умирать. Ты просто автодиректор выключи. Ну это вообще смешно. Ладно, у нас что-то настраивает сервер. Так, друзья, сейчас надо сделать вот такую вот штучку, чтобы у нас не было вообще автодиректора, чтобы можно, нужно было только переключаться. А то повиснем опять в этой бандане. Так, ну что, 3D Max, Universal Soldiers, друзья, Германия, Польша. Наконец-то они встречаются. Поляки закончили свой последний LAN-чемпионат не выходом с группового этапа на DreamHack. И все у них было очень-очень печально. В общем, вот готовились они очень долго, много, упорно тренировались, но... Ну, не получилось, не повезло, не фартануло. Не знаю, как здесь еще описать. Вот на старт-серии у них есть шанс пока что на выход в финальную часть чемпионата. Залетает Паша Бицепс, новоиспеченный женатый кейсер. И уверенно стоит на респауне. Рэди, пишет Тепсон. Слушай, тут еще и ножик видно. Смотри, дорисовали. Хотя было дорисовано. Вот в 1.6, например, не было видно. Ничего. Просто ничего. Дефузы бы еще, кстати, перерисовали по-другому, чтобы их можно было находить. Потому что я тут играл, увидел такую тему. Лежит дефуз. Вернее, знал, что у тиммейта дефуз, он умер с дефузами. И да? Пытался найти его. Я пытался его найти и вообще во все углы тыкался, короче, не нашел его просто. Там каким-то макаром подобрал вообще в другой части карты. Ладно. Что сейчас? Так, один мин. Паша воркскаут. Воркшоут. Это как называют? Это он жену? Что-то с женой делает, походу. Ну, вот, по-моему, он работает над женой. Works out. Ну, work однозначно работа. Пишется так же. Ну, а саут это точно не сало. Поэтому... Поэтому, наверное, там что-то интересное, раз с этого посмеялись. Ладно. Вот это вот в чат залетают какие-то нехорошие люди. Ладно. Это худ в виде Эдварда и его бороды. Ну все, у меня наконец-то выключил. Умер белый, и все нормально уже, все четко. Автодиректор выключу, не нажимай кнопочку C. Ну что ж, Паша вроде уже объявился как бы на сервер, я не знаю. Все, Рэди пишет белый. Итак, друзья, составы команд. 3D Max, Тепсон, Стеврос, СМН, Флоу, Стракси. Состав команды Universal Soldiers, Снэкс, Белый, Таз, Паша и Неос, который играет под ником Ниджо. 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 Что это значит, я не знаю, но явно он хотел... Это какой-то японский якудзу, Ниджо. Но он изображает транскрипцию, на самом деле, и произносится как Нео, наверное, на польском, по-любому. Нио. 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 Ну и понеслась. Мне особенно тег нравится, Снэкса, Циос. Цирроз печени. Слушай, я тут недавно тему на Healthwork читал. Знаешь, есть такой игрок с ником Rape. Тема старая, я с него орал еще, выкладывал у себя в паблике, но у нас там люди, к сожалению, вот некоторые не поняли этого юмора, и до них не дошло, что Rape это типа как изнасилование переводится, а у этого про-игрока еще есть группа в Фейсбуке. Знаешь, как она называется? Official Rape. Официальное изнасилование, да? И когда он просил на Healthwork в блоге в своем подписаться на его... Facebook у людей было... У людей, знаешь, двоякое мнение сложилось. Особенно у русских, которые знают английский. Они не понимают, зачем им подписываться. А вот если твои друзья смотрят, что ты делал в Facebook, оп, подписался на официальное изнасилование. Вот это вообще тема. Так, CSGO норм. Я почти год упирался по причине характера. Не люблю я как туда-сюда перебегать. Да ладно, вы все сейчас будете говорить, что CSGO хорошая игра. На-на-на-на-на-на-на-на. Потому что... Да, потому что будут турниры, потому что игра стала действительно хорошая, классная. Но самое главное, это все тот же CS. И если до вас только сейчас дошло, то я вас
Не знаю, если до вас только сейчас дошло, что это тот же КС, я вас поздравляю. Если до вас еще не дошло, то можете... Поздравить вас не с чем. Не то, что поздравить не с чем. Я просто не знаю, кем надо быть, чтобы этого не понимать. Впереди ножи. Все. Или... Нет, уже не ножи. Уже не ножи. Пистолетный раунд уже начинается. И значит, US будут в атаке. 3D Max за защиту. Ну, US. Вот они должны выигрывать. Почему? Потому что у 3D Max другой состав. Все, что я могу сказать на этот счет. Но, глядя вот на это, я... Хотя нет, Snex разменял. Смотри, SMN, смотрим за... Так, не SMN, убили Стеврос. SMN пытается еще драться в пленте. Забирает его все-таки Snex. И поляки занимают B-плент. Snex. Майнинг талочка. Но она никуда просто. Просто выиграл времени 2 секунды. Вот это хаея. Ну, успевает отойти игрок защиты с нее. Нео. Ну, вот как-то, знаете, непонятно врываются сейчас. Плент 1 на 1, Нео против Флоу. Флоу заходит, занимает Дэнс, меняет пистолет. 4 пули есть, ну, а Нео уходит от него. Нео делает все очень четко, уходит за ворота. Постарается просто разманцевать своего оппонента. И у Нео это пока получается. Ох, вот это просто как попал сейчас Флоу. Нож и... Не-не-не. Ну, вот повезло, Нео закончились патроны у Флоу. Если бы еще хотя бы 1-2 пули, то был бы супер раунд в исполнении команды 3D Max. Очень супер раунд, но на выбивание не подвезло. Да не, поляки должны выигрывать. Ну, посмотрим, как у них за атаку поет. Вообще, 3D Max предыдущим составом уже показывали свой дедас. Второй они показывали, что он был мощный. Но там были такие парни, как Эпрекс, который попадал очень хорошо с ВП, и Нуки, который вытаскивал клатч 1 в 3, 1 в 4. А вот сейчас по поводу SMN сказать нечего. Вот можно сказать... Твердо за Стевроса, то что в нем мы уверены, потому что этот парень один из самых стабильных игроков немецкой КС-сцены. И вообще, наверное, топ-1 стреляющий грек, потому что остальные не играют. Так, да нет, там есть команда... Как это унизительно прозвучало, топ-1 играющий грек, потому что остальные не играют. Но там есть какая-то команда, называется она Ватос Лакос или Ватос чего-то там куда-то. Но Стеврос с ними не играл, значит он топ-1. Согласен. Потому что те даже в топ-28 не попадают. Вроде бы как. Нет, ну на самом деле без всякой шутки юмора Стеврос очень-очень неплохо попадает. Стеврос очень неплохо сейчас улетел в мидл с другой части мидла вообще. Так, Стракс. Так, ну и опять-таки же ситуация 1-1. Белый против Стракса. У Стракса всего лишь 15 хп, но удалось ему сделать 2 минуса. У Белого на счету 3 убийства в этом раунде. Посмотри, что Стракс задумал. Он задумал здесь выманить Белого просто. Но Белый не пойдет до момента дефуза, поэтому Стракс... Ого, вот это подмастил. Ну, постарался удивить Белого, и это у него получилось. Белый гриб. Вспоминаю я. Свое бурное детство. Да, за грибами, в лес, потом в поле, а потом с Чебурашкой гулять ходим. Заперло, да? А потом Чебурашка мне говорит, пойдем прогуляемся. Я говорю, ну пойдем. И пошли за Кока-Колой. Так, тем временем поляки быстренько выходят на Б-плент. Практически не ощущают никакого сопротивления со стороны команды 3D Max. Ну и Тепсон попробует здесь со своей бандой сейчас как-то мид отстрелить. Так, Тапсен минус ТОС. Смотрите, тут вообще кровожадный замес на медле. Три пистолета просто заставляют поляков встать на центре и ничего не делать. Ну вот Нио берет вроде как под контроль более-менее ситуацию. Цепляет Стракса, граната от Снекса, минус Тепсон. Отомстили Тепсону за этот столь нежданный сюрприз. Ну и Флоу остается последний. И ставится пауза. Вот 200%, что походу там у поляков кто-то завис, да? Кто-то завис, а вот у кого? Да, у нас пауза. У нас даже бомба не взорвалась. А, нет, у нас пауза буквально... На парочку секунд, и в этот момент Белый забирает последнего игрока команды 3D Max. Счет становится 3-0. И... А знаешь, что я заметил в CSGO? Вот надо Valve по-любому что-то придумать с тем, чтобы крови как бы после попадания становилось меньше. Потому что если реально так задуматься, ты убиваешь чувака в голову, он просто падает вообще без крови, хотя ты ему с ВП должен был череп вообще размозжить. Ну, если... А когда попадаешь куда-то там в пятку, крови на стенке просто как будто ты ему снес 70, ты думаешь, что ты ему снес 70, выходишь на него с пистолетом, а он тебя... А у него 89. А у него 89, и он просто тебя берет и...
И все, иди, вот как дальше быть? Нет, вот тут с тобой полностью согласен, но мне кажется, все-таки не стоит ужесточать кровавость Counter-Strike, потому что и так слишком много детей младше 16 лет играют в эту игру, и не стоит травмировать их нежную детскую психику. Да, они играют в нее, потому что там кровь, чувак. Кровь, мясо, жажда. Они бегают на пабликах и развлекаются. Так, next пауза. А там быстро пауза прошла? Походу быстро прошла. Да, быстро прошла пауза. И поляки берут раунд практически без потерь. В живых остается только Сэмэн, который постарается засейвить свой Брайтвотер. Слушай, вот непонятно, там то ли был вылет, то ли нет. Ну, какие-то проблемы возникли у команды 3D Max, потому что именно они просили паузу. Слушай, Брайтвотер вообще уже не выглядит после того, что наделали простые пользователи и выложили это в геймхабе сообщества CSGO. Мне кажется, пора Valve открывать. Так, вот вылет. Вот он вылет. И Flow все-таки вылетел. Ну что ж, мы ждем возвращения игрока. Пока что пауза. Нам еще не говорят, зашел ли он или нет. Он не зашел. Зашел. А пауза ставится вот эта вот нормальная новая, да? Слава богу. Если помните, раньше всегда были с паузами проблемы в кейсе. Вот теперь Valve наконец-то дофиксили ее, что вы можете нормально писать в чат, общаться, не снимая с паузы. Матч. И все, залетает Flow обратно. Деньги. 3000 после слитого раунда. Неплохо, по-моему, даже. Можно купить еще диглик, да, и попытаться как-то попугать. Ну, вот в CSGO, точнее, в 1.6 так и было. Купил бы Flow Deagle, а в CSGO покупает P250, который на самом деле очень-очень грозное оружие в руках контртеррористов. Ну что ж, как бы матч снимается с паузы. 3-2. Один и эко-раунд от немецкой команды. Проигранный первый бай. ЕС попробует сейчас дать серию, вернее, доказать серию. 5 раундами, потом им по-любому придется сыграть крайне волевой раунд для этой половины. Второй бай на 6-м от 3D Max. Ну а пока смотрим за выходом на Б. Как вообще, что здесь? Ой, Нео, ну крайне невнимательно, но тем не менее минус он свой сделал. Открылся игрок защиты слишком рано. И позволил полякам захватить Б вообще без потерь. Ну, не знаю, если 27 хп можно считать потерей. Так, ну вот Таза тут Стракси подразнил и додразнил. Тепсен! А все. Вот это P250. Два отличных и, главное, быстрых минуса в исполнении Тепсона, и поляки просто обескуражены. Ты куда улетел? Йоу! Чебурашка говорит, надо лететь. Все-таки заперло. Не, ну как звучит эта история, да? Вот сходил я тут с грибами, в общем, а потом иду, и на обратном пути такой Чебурашка говорит, давай сходим к Гене. Я говорю, ну пойдем, приходим, а там крокодил. Так, сейчас будет эпичный врыв от Снекса на длину. Ого, вот это почти минус Флоу. Слушайте, вот такими темпами могут. И это еще сплита, Снэвра с нижней тэшки. Его не спалили. Посмотрите просто на хелс-бары команды 3D Max. Они пострадали втроем по-страшному. Поляки проходят. Снекс как машина смерти. Уничтожает Флоу. А ВП в лице Стракса делает только один минус. Второй уже минус в этом раунде, ну, на самом деле. Ну. Ну, один минус он вот подловил этот проход с длины, но 8 хп и отсутствие мобильности при выбивании. Поляки просто пока что как Пашин бицепс. Прочны и аккуратные. О, в дыму Пашу находит кто-то из игроков команды 3D Max. И не взрывают. Вторая грена пролетает мимо Паши. Нифига ж себе Паша мощен. Паша. Так, не удается все-таки ему забрать Сэмэна. Ситуация 1 в 3 Снекс против Ставроса, Сэмэна и Стракса. Так, ну и Снексу надо сейчас играть как Снекс. Снек играет минус один. Ты... Нет, Ставрос запер. Запер Ставрос этот раунд. Все, успевает раздефузить. Все-таки будет борьба от 3D Max, пускай не на первом бае, но... Тем не менее. 1-5. Вот что они дальше будут показывать, для меня загадка небольшая. Или даже большая. Юра, почему у тебя на компьютере вот вылезает это интересное сообщение, копия Windows? На-на-на, и знаешь, она у тебя уже вылезает. Я тебе не говорю ничего про Твиттер, где ты порнуху людям впариваешь. Я вот спрашиваю, почему здесь так? Почему здесь? Это ты можешь спросить у нашего техника, да, Артема Дезаголева, да, который вот установил мне палевную винду, и теперь я довольствуюсь, да, тем, винда, что есть. Винда-то как раз не палевная. Винда-то как раз-то палевная. Иди ключ забери сначала. Веди ключ. Веди ключ. Подожди, школьникам порнуху впарю через Твиттер. Потом уже и разберемся с операционкой. Так...
некоторые звуки выстрелов поменять. Так, посмотри, тем временем поляки пытаются выйти на плент через зигзаг. Тепсон пытается всю эту движуху остановить, и у него пока довольно-таки неплохо получалось до вот этого момента. Паша, есть минус, открывает аплент, но посмотри на хелсбары польской команды. Предстоит им непростое сдерживание поставленной бомбы. Немцы перестраиваются. Кстати, у меня есть одна огромная новость для тех игроков, которые думают, что Valve звуки вот этого Counter-Strike скачали в интернете с какого-нибудь Зайцев.нет или ВКонтакте. Да, они эти звуки просто пошли и записали, постреляв нормально, неплохо с оружия. Это для тех, кто не в курсе. Поэтому вот по поводу реалистичности звуков я вообще бы молчал. А тут бомба ТД официально! Флоу! Сик! Минус флоу! Жесть! Не было диффуза. Это Нео, это уровень. И оба бегут в разные части карты, боятся взрыва этой супер тачки. Слушай, что за скобки у Нео вот в USA в этом? Так, посмотри, Нео серьезно намерен сделать четвертый минус в этом раунде. И будет ли он? Нет. Буквально в шаге. Вот Стракс развернулся. Развернулся в полете и полетел обратно в центр. 6-1. Пока все очень неплохо складывается для польской команды. Юра, тут пользователи говорят, что и так все понятно, ничего впаривать даже не надо. Юра, ты, если ты волнуешься, ты не переживай, мы тебя поймем. После твоих сообщений в Твиттере. Ты нам объясни, мы же как семья, мы поймем тебя, поддержим. Ну, да, это может лечиться еще, кстати. Говорят, лечат такое. Ну, я, кстати, поставил какую-то херню, которая должна блокировать вот этих злоумышленников, которые пытаются спамить из моего Твиттера. Чувак, один момент. Как это делается? Ты заходишь в настройки Твиттера, там есть такая вкладочка в настройках приложения, ты отключаешь все приложения, кроме ВКонтакта, потому что ты репостишь, и твой Твиттер не взломан. Вот и все. Так, ну, Стракс. Стращает, но не ожидает увидеть Таза из-за угла, и Таз его просто покорил. Один против двоих, СМН. Постарается вытащить непростой раунд, но, по-моему, это ему не по силу. Да, он пойдет на длину, куда ходил его тиммейт в предыдущем раунде. АВП надо ему здесь намутить. Но АВП на длине у 3D Max не играет, это 7-1. Так. Вот я же говорил, что там все реально звучит. Про звуки выстрелов. Не, для тех, кто вообще не в курсе, вот все модельки, которые вы видите, вот эти вот все движения, расклады, они постоянно дорабатываются, и движения моделек, они срисованы с движения настоящих людей. Вообще это делается просто, есть такая замечательная штука, Kinect for Windows, или там камера еще есть типа Kinect Asus. Ну, одеваются датчик, если не ошибаюсь. Ну, там не датчик, ты просто одеваешь зеленый костюм. Ну, который весь напичкан датчиками, и он просто считывает твои движения. И то там даже его не надо, можно просто на зеленом фоне все это сделать. Так что, такие дела, ребятки. Так, 4 в 5 и один девайс на апленте в лице СМН присутствует у 3D Max. И поляки прошли вот как знали. Как знали, что там этот парень, но теперь точно знают. Снекса забрали, плюс еще девайс. Но белый не дал уйти СМНу. Флоу заберет, по-моему, свое, но вряд ли ему дадут убежать. Паша уже, кстати, его окружает. Окружает просто Флоу со всех сторон. 4 против 1, Флоу. В неравной битве. Ну и первый, кто встретится с ним, это будет Паша. И Паша будет последним, кто с ним встретится в этой неравной битве. Согласен. 1-8. Что сказать? Сказать нечего. Беда какая-то. 3D Max, проснитесь. Нужно два брать. Как минимум еще. Нужен экшен. Как-никак последний матч сегодняшнего игрового дня. Ну посмотри, они вообще купили первый армор. И Страксу дали это АВП. И он со статой 7-7 пойдет сейчас давить беса. Ну не, вот останется длину смотреть. Ставрос уже настрелялся в этом раунде. Смотри, получил он в голову Саскара. Сейчас будет царский прием аркады парапета. Они просто вдвоем стоят на размен. Вот это Вася, да. Так, вот еще один минус Саскара тем временем залетает. Подожди, это же не Скар. Это Скар? Это ну, Скар. Это как Скар, да. Считай, что Скар. Это G3SG1. Как-то так вот она называется. G3GSG. О боже, это G3GSG1. Вау. Не легче просто Скар назвать и все. Такая же... Скар только у террористов. Так, ну и посмотри, Юра, что творит СМН. У кого Скар? Террористов? Был.
Ну, короче, это просто плетка, друзья. Мы все прекрасно это знаем, понимаем. Так, и посмотри, что белый творит. Заходит в спину, застает врасплох Флоу. И один SMN против двоих игроков команды Universal Soldiers. Ну, вместо того, чтобы выдержать на бомбе паузу, они просто... Паша. Ну, кто не крути... Кто, как никто другой, кроме Паши, мог сделать вот такой вот фраг замечательный. Еще и бомбу забрал технично, под дым, с флешечкой. Пятой точкой на нее забежал, забрал и думал идти уже в парапет, но... 1-9. Я не знаю, у 3D Max, по-моему, закончилась фантазия. Они даже обиделись, как я понимаю, сейчас на польскую команду, потому что тебе начинают с каждым раундом выглядеть все жестче и жестче. Такое ощущение, что вот к счету 10-1 или там 11-1 поляки ливнут, скажут, типа, 8-0 и ББ. Это как, знаешь, раньше, типа, профессиональные команды играли Праг. 8-0 и ББ. Типа, если не взяли хотя бы один за 8 раундов, то, сори, вы нам не ровня. Но это ж неправда, неправильно. Ну, на самом деле, так поступали с ноунейм командами, которые как-то пытались засветиться в киберспортивной движухе. Да не то, что засветиться, просто потренироваться. Потренироваться, ну да, ну... А... Как по-другому, если тебя никто не знает, тебе надо пройти тест на прочность. И вот если ты не выдерживаешь из вот теста из 8 раундов, то реально ты не заслуживаешь. Не, внимания. Ну короче, кто аматорку прошел, тот попал в про. Кто попал в про, тот может попасть в стар. Кто попал в стар, тот молодец. Кто не попал в стар и не попал в про, играет аматорку раз в 3 месяца, стабильно 2 игры и ждем еще 2 месяца. Такие вот, друзья, киберспортивные дела. Так. Кстати, Дигл вполне себе нормальный, второй день с ним играю и не жалуюсь. Чувак, год с ним играю, вообще слезы на глаза даже не наворачиваются уже, уже все выплакал. Да, это говорит как минимум выбор комьюнити, комьюнити геймеров, которые перестали юзать этот Дигл практически вообще. Не, Дигл на самом деле нормальный. Вот кто смотрел последний DreamHack, тот должен, кто внимательно смотрел. Видели, что там америкосы творили с Дигла просто, да, как они попадали? Это говорит о том, что это просто требует от, ну, задротства, да, вот. Ты не сможешь с него стрелять, просто купив. Но если ты его тренировал и понимаешь, это пистолет, вообще его стрельбу и как с ним работать, то у тебя все будет хорошо. Верно, понятно, но с тобой полностью не согласен, потому что вот то, как стреляет Дигл в CSGO, это просто, ну, вообще невыносимо. Не, он точно стреляет, он стреляет точно. Первая пуля всегда попадает туда, куда надо, вторая нет. Но в этом и прикол, то, что с него надо стрелять с паузами, вот... Ну, знаешь, как девайс бы... становится юзабельным тогда, когда у него есть стабильность. У Дигла этой стабильности нет. И я думаю, никто со мной тут не поспорит, потому что вот в идентичной ситуации, вот можем с тобой кучу раз... Ты иди призраку это скажи. Да можем и с призраком да это он проверить. Он и я тебе говорю, не... что он не справится с Диглом в ситуации, там, вот в 10 идентичных моментах. Он не попадет хотя бы даже 8 патронов, вот так, как он должен был попасть. Ну, конечно, не попадет 8, там их всего 7 в обоиме. Я тебе про ситуацию говорю. Ну, ты вот пытаешься свести все в шутку, но на самом деле это так. Не, ну да, это имба. Это имба, что поделать. Ну, а если ты попадаешь, тоже жестко. На самом деле, обидный пистолет, но, знаете, на эко-раундах, вот, если вы, например, укрепляете длину, мне кажется, он очень-очень как подходит. С учетом того, что один летит на минус 50 минимум сразу, даже если там второй армор. Ну да, его усилили попадение в туловище, но при этом, например, тот же P250 в ближнем расстоянии забирает тяжелый армор. Ну, смотри, например... 5-7 забирает тяжелый армор тоже на ближнем расстоянии. Поэтому Дигл какой-то, ну, я не знаю, неполноценный не, стал. Не, его просто надо использовать как суппорт. Как бы не больше, как суппорт, как, чтобы отвлечь внимание. Ну, то есть, вот занимаете вы длину, например, да? Не за атаку, за КТ, естественно. Заходите в яму, Дигл встает, например, просто попадает по одному, дает инфу, и парни с P250 могут спокойно вот на ноге крошить каленого оппонента. Как бы чем нехорошо. И все после этого будут говорить, что Дигл имба, потому что он сносит полтинник. Просто юзать еще его не научились, правильно. Так, пока... Ну, переворот происходит у нас на планте, принимаются поляки при проходе зигзага, как видим, вообще без шансов. Прям как в Украине. Переворот на Майдане. 11-2. Ну, неужели это какая-то попытка проявить признаки жизни у команды 3D Max на карте Dust 2 против Universal Soldiers? Но что-то мне слабо в это верится. Слишком уж все плохо. Ну да, да. Не, ну 3D Max могут, не знаю, заказать помощь зала, звонок другу. Прикинь, вот сделать на Старладере фичу помощь комментатора. Врывается комментатор, становится шестым и начинает просто топить, душить, потеть. И все так, это... смотри, идут на мертвое выбивание длины без флешки. А, и белому накидывают флеш, он встает попой к Тапсону, и Тапсон пользуется этой, мягко говоря, удобной ситуацией для него.
Снэкс минус Теврос. Тем не менее, сплит-то сделать удалось. Ну, Паша. Просто какой-то беспредел происходит на карте. Паша забирает Апсона, Таз минус Тракс, ну и в живых остается только СМН. И забирает Пашу. Беда-провал какой-то. Паша руки-бицепсы отваливается на длине, ну а Сёма пойдет сейвить девайс. Ого, вот это вот он. Все, Сёмочку спалили, Сёма. Бежать, бежать, СМН. Бежать, колодрать. Ну все, теперь это этот бегун. Как его? Усейн Болт, 100-метровка. От Снэкса. О, ну это вот засейвить и не спалиться, только СМН так может. Потому что пошел давить, понимает, что с респа пришли уже как бы за ним. И Снэкс просто уверенно добивает. 12-2. Ну, в общем, матч в одну калитку, ребят. Да, последний раунд первой половины у команды 3D Max. Полное отсутствие денег. Наш корабль еле-еле на 3 ФМСа. Ну и с этими девайсами постараются хоть как-то скрасить. Слушай, конец первой половины. Походу это Б. Походу это Б с выходом центра. Респауны на длину не используют. Прямолинейно по назначению пытаются сыграть сразу в мид. Ну и смотрим, за Пашем будет первый выходить на центр. Выходит после моменталки, не чекая правую. В принципе, они на мидле видели всю картину, как она разворачивалась. Немцы же укрепили длину на трех человек и за это поплатились. Вот теперь самое интересное начинается здесь. Стеврас. Стеврас. СМН. Ноу. 12-3. Вот это вот налажали поляки. Вместо того, чтобы аккуратно зайти с окна и с двери, просто по одному змейкой встали в ряд и пошли собирать свинец своей головой. Ну, 40 секунд есть сейчас у ESC, ой, у US, чтобы одуматься. Хоть как-то. Хоть как-то одуматься в этом матче, потому что как так? 12 раундов подряд. Ну, как подряд? Почти подряд. Ой, беда, интересные матчи у нас сегодня. Итак, буквально через 25 секунд мы с вами увидим попытку команды 3D Max хоть как-то показать нам, что интрига в этом матче присутствует. И я думаю, мы будем смотреть пистолетный раунд от товарища Нио. Что-то нам подсказывает. Кто-то. Кто-то нам подсказывает. Итак, ну небольшой Себастьян на экранах сейчас был. Все, короче, открываем фрапс, нажимаем F2, поехали. Что же покажет нам Нио? Пока показал пистолет разноцветный цветом. У меня трусы такого же цвета, как этот пистолет. И дым. На котором написано дым. Вообще, просто... Ой-ой-ёшеньки, ё! Развал, карнавал, я вас всех банал, карал. И... Стеврос остается 1 в 3. Я не знаю, что может быть печальней. 1 в 1. Вот так вот. Ответ Грека польскому титану, но все-таки ТАСС берет этот раунд для команды Universal Soldiers. Ну, 2 ХВ это в одном раунде, это, конечно, очень круто. Это просто жесть. Это просто Габелла, друзья. Вот это пистолетка. Ну, Грек, конечно, молодцом вообще. Грек не растерялся, думает, а чем я хуже Нио? Не, я просто, знаешь, вспоминаю вот раунд с третьего Intel Extreme Masters, и как Fnatic играли с поляками, когда те еще назывались Poker Strategy, PGS. И прикол был какой. Так, Снэкса запирают в тэшечке. Прикол был какой, на центре, вернее, на Б, там еще матч был со шведами, при том, что поляков пинг был 90, на Б... Кубин с ВП принял 4 игроков команды Fnatic, при том, что сам не сдох. Остался один Арчи у Fnatic, который стоял в мидле. Ну, сплит играли 4-1. Да. Все, и в итоге Арчи вышел с мидла и просто взял этот раунд 1 в 4. Вот так они поменялись. Я думал, сейчас здесь будет то же самое. И я это не забуду никогда, но ТАСС обломал все. Смотрим за Флоу и его... Ему еще и Стракс минус 50 впилил, вообще супер просто. Ну, что больше, же, на грани находится команда 3D Max, 14 раундов у поляков, волевая закупка у немцев, ну и смогут ли 3D Max дать камбэк в этом матче? I don't know. А, да смогут, чат, и что тут взять-то всего-то надо 10, господи, шок. Найка вывести парней и взять 15-й. Изи! Тебе что, 10 раундов не взять, что ли? Слабак, да?
бомбит. У СМА на минус белый. Вот видишь, вот поляки как начинают в преимуществе играть, сколько раз замечаю, у них начинается вот эта вот дискотека. Какие-то походы в открытых позициях, непонятные перетяжки, совершенно не соответствующие попытки приема правильного. Ладно, выход аплент от 3D Max, вернее попытка нашуметь на парапете, заканчивается уходом в мидл. На Б по-прежнему два игрока, если нет, один игрок, один остался. Был декой, но его остался один на Б. Тас в этот момент забирает СМНа. Паша, куда полез? Посмотри, заходит в дым, и Ставрос без проблем забирает его. Ну вот Паха, парень-рубаха, конечно, но тут надо было... вот это вообще залет. Стракс. И еще с медла вышли. Ну, помогли здесь Ниус играть очень жестко. Менталочка, минус бомб, кэрри, ого-го! Ты посмотри, как распределились 3D Max'ы. Астракс-то не знает, что делать, надо менять девайс. Забирает девайс, видит бомбу, времени 30-ка. Забирает Стевроса, знает Астраксе. Ну, какой-то провал. Поляки, кстати, вовремя сосредоточились. Они знали то, что один суппортить будет. И знали, что надо делать. Тас! Воу, какой минус от Таза. Тас всем попадет в глаз. 15-3. Реально, первая пуля попала в голову, второй сразу же в тело. И это, да, ты прав. 15-й раунд для поляков. 12 матч-поинтов. Знаешь, как называется у Таза автомат? Modern Hunter. Вот лучше бы назвал он свой автомат Modern Talking. Ocean Foam. Что это за пистолет? У него там нарисовался только что. Какой-то красивый. Не дождемся мы, когда же Тас включит нам пистолетик. Так, ну что, длину занимают сейчас игроки немецкой команды, пытаясь выстоять за синим и в банке. Тас просто, ого, Таза вообще без шансов накрыли. Еще один герой ли... Так, герой Мастодонт, также еще один гибнет. Ну и Нио. Ну и самому легендарному польскому Counter-Strike игроку, наверное, всех времен и народов, всех времен и народа, предстоит разбираться одному против двоих за счет ошибок своих тиммейтов, при том, что он рискует сейчас проиграть этот супер-раунд. Ну вот сейчас все правильно делает Тапсон, контролирует перетяжку через мидл товарища Нио. И вот как только заметит, воу, какой же тайминг ловит Нио или все-таки нет? Отвернулся в последний момент. Хотя... Да, вроде бы до конца проверил уже проход по зигзагу, но получил все-таки парочку пуль в затылок. Ну и поляки, вот Тас покупает девайс. У него 4200 остается. Ну с одним девайсом попробует что-то сделать. Байонет, Бриэл Форест, а и пистолет у него такой же, ого. Вот так вот. Наборчик себе подогнал. Так, пошел под сад. Тас будет аркадить с парой. В этот момент Тепсон уже готов заходить. Выбивает, идет выбивание девайса. Нижнюю тэшку тоже зафокусили. Два девайса уже есть у поляков. Вот, слушайте, как-то мощно сейчас все получилось. Но тут ошибка Тепсона. Слишком он предсказуемо действовал. Тас бы не пошел просто так в парыч, не зная то, что там будет один респаун ближний использоваться. Ну и попытаются немцы все-таки одолеть аплен. Вот так минус от белого. Просто без шансов сбривает Ставроса в зигзаге. Ну еще... О! Это Паша, я думал, я думаю, я тоже подумал, что это Нио. Это просто кошмар. Ну и вот да, так но... вот заканчивается. Да, я даже фрага не нашел в этом раунде, 16-4. В общем, друзья, увидимся с вами завтра. Расписание на CSGO Stralader TV. Как ты говорил, паблик, публичное изнасилование, да? Official rape. Official rape только что произошел с командой 3D Max. Мы с вами, друзья, прощаемся. Не ешьте грибы, играйте в CSGO и читайте CSGO Stralader TV. Кстати, завтра... Даже сегодня чуть позже уже будет расписание на завтрашний день. Рекламка, и вы ее не увидите. У вас просто обрубится стрим и начнется релайв. Всего за 4 года игра Point Blank изменила мир онлайн-шутеров и по праву стала новой точкой отсчета в истории киберспорта. Более 50 миллионов зарегистрированных игроков со всех континентов. 11 классов вооружения, 150 единиц оружия, 9 боевых режимов и 35 уникальных карт. Баланс, проверенный временем и опытными бойцами со всего мира. Еще ни один командный шутер не предлагал такой динамики, скорости и драйва. Уникальные возможности попробовать реальные тактики на виртуальных картах. Это то, чего не купишь за деньги. И именно поэтому регистрация на pointblank.ru абсолютно бесплатна. Просто выбирай оружие по душе и вперед, в бой! Оттачивай стрельбу и тактические навыки. Собирай команду единомышленников. Начни свою карьеру киберспортсмена. Стань чемпионом!
Еженедельно в СНГ проходит около 30 турниров с тысячами участников. И для начала твоя команда может побороться за $2000 в регулярной лиге Amateur Series. Оставь за бортом всех новичков и уже в следующем сезоне получи статус Semi-Pro, пройдя проверку в боях с более опытными соперниками. Затем борьба за статус чемпиона Pro Series. Задача минимум – попасть в четверку лучших и войти в элиту Point Blank. Star Series тебя ждет 15 сильнейших коллективов ру-сервера. Прямые трансляции матчей с твоим участием. Сотни тысяч зрителей, готовых оценить твой скилл. Награда за твою игру – респект всего сообщества Point Blank. И реальный призовой фонд звездной серии – $18 000 США. Не останавливайся на достигнутом. Впереди большие турниры. Шанс представить свою страну на ежегодном чемпионате мира Point Blank International Championship с призовым фондом более чем $50 000. Мировая слава, денежные трофеи и победы, которые войдут в историю киберспорта. Регистрируйся бесплатно на сайте pointblank.ru. Заряжай и разряжайся, почувствуй чистый адреналин, умноженный на скорость и точность. Это Point Blank.